Вы представляете, мы сегодня сели в маршрутное такси, и там был водитель, я не помню, как его звали, и мы ему сказали, можно мы проедем 6 человек, а просто бесплатно, ну, за песню, мы споем песню. И он сказал, да, можно. А мы заработали еще сколько-то денег, мы стояли прямо в метро и пели песни, представляете, и нам давали деньги. Вы не представляете, мы заработали почти 500 рублей. Спасибо огромное. Сколько вас у нас? 100 рублей, 100 рублей. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Нам только что дали 100 рублей какие-то мужчины. Все остальные не хотят нам помогать, но мы не сдаемся. Я тосковал на тебе минуты расставания. Макс вообще сегодня, он такой счастливый был, я таким счастливым никогда не был. Когда мы играли в переходе и заработали бабла, Макс вообще охренел. Он подошел, сказал, разве так можно было? А почему мы так не делаем? Почему мы не можем туда поехать, там сделать все? Мы сегодня сделали красиво, ребята. Просто красиво. Ты согласна? Да, было интересно. Да? Ну, если у нас не будет больше заданий, получается, мы не сможем поехать. Нам нужны задания еще. Передаем эстафету. Класс, вот, ребята, пойдем. Там, пошел? Вон, видишь, я эстафету. Хорошо, что я хочу там деньги. А вот Максон танцует. Ну да, Максон танцует. Безумный Макс. Воу-воу-воу, чики-чики-чики-пум. Воу-воу-воу, чики-чики-чики-чики. Люди, когда видели, радовались. Это было очень круто.